тупой кадр был. Я даже увидела, как он за ней бегает, и мой палец был. Короче, сначала я тут оставила еды котику одному или кошечкам. Потому что как бы этот ее не будет есть. А еду, ну, как-то так. Мне, возможно, приближено слегка. Короче, смотрю, там это курицы гуляют, как потом выяснилось полноценно. И это кис-кис-кис, замепит тут так. Ко-ко-ко. И вот тут мы. Я думала, он ее потащит в дом. На велике я каталась. Словила сеть. Курьерская служба. Сутки торчала в Угличе, сутки торчала в Ярике. На пятый день она прибыла в Токио на сортировку. Ну что, ты ее поймал, сожрал, нет? Или упустил таки? Домой не понес. Судя по всему, шестая мышка. Сегодня дома еще одна пятая выбежала. В момент, когда и так-то капает. Снимаешь на телефон. Ибо камеру, когда поехала кататься, не взяла вот это с собой. Киша, не отвлекайся. У тебя есть мясо. Главное, это обратно его потом не выплевывай, как сегодня было. Ну, что-то через раз. Сожрет мышку, блеванет. Или наоборот, переварит. Ну, если сожрет, то что-то остается там стабильно. Это, видимо, собака у соседей. Кстати, весь день практически. Ну, была такая тучка, ее пронесло. Два раза по пять минут был такой грибной дождик. Я когда каталась оба раза на велике при солнце. И вот мне пишет родственник смс-ку, типа, дождь был. Я пишу, нет, ну, типа, вот такой-то, только грибной, солнышко. И вот я зафоткала, сейчас вроде как посветлело слегка. Я такое заклинание сказала, короче, там этот, вон, там светло вообще. С одной стороны солнышко, с другой стороны такое белое облачко, будто бы жрет темное облачко. Я говорю, белое облачко, сожри темное облачко, солнышко его выцвети, а ты тучка скомкайся и вали куда-нибудь подальше. Ну, вот, честно, надоело как-то. И совершенно два разных человека, разного возраста. Ну, обе меня старше. Одна на прилично, другая на пять лет. Вот, а то и так хорошо, когда дождик. У одной сад. Другая любит жечь костры в деревне. И вот когда дождик. Что в саду может конкретно такое вырасти? Чтоб это зимой хавала. И меньше тратила денег на еду, потому что свое есть. А другая... Под дождем разве может костер зажечь? Нет, конечно же. В общем, долбанутость, короче говоря. Я очень надеюсь, что сегодня не будет ночью дождя. Соответственно, не будет ничего капать на кухне. И во дворе. Ну, во дворе там как бы... В смысле, в сенях там тазик какой-то стоит, корыца на потолке. И когда переполняется, туда течет. Во дворе-то вообще там, хоть и крыли товарищи, родственники, в районе, где пчелы стоят, но они так покрыли, что, в принципе, там уже надо полностью нормально все перекрыть. Походу дела сожрал, прикиньте. При нас сожрал шестую мышь. Да, у меня что-то приближено, походу. Ой, тебе вообще приблизилось. Чутка было приближено. Мы сегодня с ним ходили к соседям, на руках он был. Неизведанный для него мир. Но соседей не оказалось. Не знаю, на его счастье. Или на мое несчастье, не знаю. Слышно, наверное, этот гром. Как бы не приближено сейчас, но как-то все равно кажется очень близко. Мой берег. Сегодня я довольно прилично времени на улице пробила, и как-то даже кушать больше хочется. Но я стараюсь сейчас после 7 не есть, по крайней мере, вчера после 7 не ела, потому что у меня иногда бывает, что после 9 вечера поешь ночью или в 9, и фигово на желудке с утра. Тут после 7. Ну и вот пару раз просто получилось так, что вечером ела. Сегодня решила
Если уж очень приспичит, то чаю с лимоном зеленого попить. Потому что даже когда вроде что-то совсем чуть-чуть поел, на утро хреновенько. Скажем так, лучше перетерпеть. Ну, может, это схудниться слегка. Приеду в город, постараюсь придерживаться этого же момента. Ну, вот когда я в сад езжу, там получается, что приезжаю и поздно уже, где-то в 9. И хочется кушать. Соответственно, кушаешь позже. Даже если в обычный режим я где-то после 8 уже не ем. Тут капелька все-таки на экране. Очень не хотелось бы дождя. Но там такое светлое небо. Тут такой трындец. Так, едут ко мне тут, видимо, гуси. А может и нет.